Так, я хотел спросить. Кейн думает, что за нападением на черную станцию стоит Тейлор. А разве их ПНИ не показывает их точное местонахождение? Кейн сказала, что они вне зоны слежения. Видимо, они нашли способ отключить эту часть ПНИ. Вот уж не знаю. По-моему, наш связной что-то не договаривает. А по-моему, ты параноик. Я читал ее дело. Ей приходилось бывать в тяжких операциях. И она выжила. Думаю, она вполне честна с нами. Ну, посмотрим. Убийство. Зачистка на станции. Похоже, команда Тейлора оказалась скомпрометирована. Мы служили с этими людьми почти 5 лет. Мы знаем их. Они бы так не сделали. Это бессмертные. Даже по трупам видно. Совсем не важно. Все равно. Они забрали данные. Когда вернем диски, просмотрим записи с камер. Хендрикс, ты знаешь местных. Кто-нибудь поможет добраться до Го? У них есть свой посредник. Дэнни Ли. Скользкий мелкий ублюдок. Но с хорошими связями. Используй свое обаяние. Когда будем рядом, Кейн сможет найти эти диски. «54 бессмертных сейчас на пике своей силы. Ни армии Сингапура, ни ЦРУ. Никто не тронет нас. Полагаетесь на головореза Фроди Дзяйсюна? Дзяйсюн? Его много лет никто не видел. К черту Дзяй хреновый Сюна! Объяснись, чего я должен хотеть сраных роботов! Это лучшее, что можно было найти. Черный рынок. Черный не мой цвет, Хендрикс. Мне больше нравится зеленый. Может, ты не знаешь, но сингапурский доллар уже не тот. Эй! Налей-ка им еще. Кто бы знал? Взорвать одно здание в центре города, и все погрузится в ад и анархию. Да ладно, Дэнни, сколько можно оглядываться? Я знаю, что тут было. Всю горькую историю зоны К. Ты идиот! Ты позоришь нас при гостях? Дэнни, расслабься. Слушай, мы просто хотим сделку. Ты ведь знаешь Союз Уинслоу? У них лучшее военное оборудование из возможного. Союз Уинслоу? Эти слова в зоне К ничего не значат. Все гибли, а их не было. Когда ВСС бросили нас и построили стену. Дайте мне время, чтобы найти диски. Знаешь, кто здесь был? 54 бессмертных. Они создали что-то из хаоса. Они захватили парк. И перенаправили солнечную энергию супердеревьев. Если бы не бессмертные, у нас в этой дыре не было бы электричества. Они дали надежду. Среди отчаяния. Да. При поддержке войск договора. Теперь этот порт стал их центром по контрабанде оружия. Я не знаю, кто ты. Но позволь мне кое-что сказать. Когда тебя бросают старые друзья, приходится искать новых. Посмотрим на твоих роботов, Хендрикс. Может, мы и договоримся. Это все, что мы просим. Это что? Гоминь, Го Сюлань, как неожиданно, не знал, что вы появитесь. Мы тоже не ожидали увидеть здесь спецназ Союза Уинслоу. Эй, эй, не верьте слухам. Слухи врут, мы не ищем проблем. Мы свободные агенты. Не оскорбляй меня своей ложью. Ты
И такие, как ты, убили много наших людей. Такое не прощают! Ты думаешь, мы не знаем, почему вы здесь? Итак, Хендрикс, что мы решили? Сейчас! План Б? План Б! Кейн, активируй дополнительный протокол Эхо-2. Я думал, вы с Дэнни Ли друзья. Ага, я тоже думал. Отряд роботов активизирует режим боя. Надеюсь, что ты нашла лишь данный Кейн. И здесь становится жарковато. Есть. Серверная в Облачной горе. Прямо в их оперативном центре. На что посмотрим, что именно туда направляется Гусюлань? Смотритель показывает войска противника впереди. Похоже, нильцы в городе. Ты прикалываешься? Они что, в отпуск приехали? Внимание! Подкрепление Б-54 на подходе! Помогите! Пожалуйста! Thank you.
Прикрываю. Давай. Дороги ведут ко входу на облачную гору. Надо добраться до облачной горы. Вперед!
открыть эту дверь. У них папа СВ. Занять укрытие. У нас не хватит огневой мощи, чтобы их перестрелять. Они хорошо защищены, но их можно пробить. Ваше оружие подходит. Серверная на верхнем этаже. Ну, похоже, мы поднимаемся. Рассредоточиться. Эвакуация отмечена. Крыша биокупола над облачной горой. СВВП взлетит с пакетом на борту. Понял. Окей, куда теперь, Кейн? Серверная прямо над вами. Поспешите, Сюлань приперта к стенке. У нее есть только один козырь. Информация на тех дисках. Если он нацелился на вас, вам крышка. Пока вы под биокуполом, все в порядке. Ну охренеть теперь. Новые подкрепления входят на облачную гору снизу. Оставьте их. Госюлань и диски с данными – это приоритет. Yeah.
Они на проходном мостике под нами! Я знаю. Она начала декодирование дисков. Загрузка идет прямо на публичный сервер. Каждое слово из документов с этих дисков отправится прямо к договору. Мы должны ее убрать. Консоль нас не пускает. Варианты. Биометрический сканер. Нужна ее ладонь. Авторизация выполнена. Ожидание дополнительного ввода. Дополнительного ввода? Что еще за херня? Внимание! К вам движется подкрепление. А ведь биометрика должна подходить и для брата, и для сестры. Не может быть. У нас нет времени и вариантов. Авторизация выполнена. Добрый день, мать Го. Подержите руку для дополнительного ввода. Окей, Хендрикс. Подключись к консоли. Мне нужно использовать твой ПНИ как проводник. Чего-чего? Доверься мне. Нужно быстро загрузить и потом стереть все, что есть на дисках. Так же, как мы сделали в доке на черной станции. Не шути с моим мозгом, Кей. Не буду. Зрелище тебе не понравится. Хендрикс, ты в порядке? Он в норме. Скачено 20%. Противник спускается на тросах с СВВП. Скачено 40%. Новые враги идут из коридора. Прикрываю. 60%. Держитесь.
80%! Почти! Противник проламывает стену на втором этаже! Транспорт на подходе. Сделано. Теперь сваливай оттуда. Данные просмотрим, когда ты вернешься. Птичка приближается для эвакуации. Взлет через 15 секунд. Приготовиться! Противник наступает. В него попали! Приготовиться к удару! Лан-Це! Кейн, мы упустили эвакуацию! Производный протокол! Эхо-3! Хорошо, к отметке. Б-54, вы взломаете одну из их лодок. Давайте просто убирайтесь нахрен оттуда! От супердерева в дальнем конце есть доступ к докам. Не дождусь! Валим отсюда нахрен! Граната! Уходи оттуда! Я иду внутрь. Ты обходи снаружи. От супердерева в дальнем конце есть доступ к докам. Не дождусь. Валим отсюда нахрен.
а я обойду снаружи. Смотритель показывает, что Б-54 спускаются к вам на дозах в компании когтей. Засогнутое дерево! Наш выход отсюда! Черт! А я-то надеялся, что она уже не отжрётся. Спокойно, я вытащу вас оттуда. Поняла. Смотритель показывает, что бессмертные кишат на вашей позиции. Вы займитесь турелями, а я поведу. Педаль в пол, Кейн! В порядке, Хендрикс? Да. Лучше не бывает. Думаешь, Кейн права? Команда Тейлора порешила наших людей? Хендрикс, что ты видел? Дерьмо я видел. Вот что я видел.
Говорит, что диски частично испорчены. И она только что закончила извлекать записи с камер слежения черной станции. Насчет сделанного с Госю Лань. Другого пути не было. Утечки нужно было остановить. Знаю. И еще я знаю, что бессмертные не простят нам убийство брата Го и членовредительство сестре. Кейн сказала, неважно, что записали камеры. Мы отправляемся на место последней операции Тейлора. В центр первой катастрофы, в старое здание Единства.